Добавим, что у девушек свой взгляд на то, какой подарок 8 марта лучше. Совпадает ли желание прекрасной половины с тем, что готова подарить им сильная половина, выясняли наши алданские коллеги. Предпраздничным днем на улицах и в магазинах оживленная суета. Мужья, братья и сыновья с энтузиазмом скупают духи и косметику, цветы и сувениры, посуду и бытовую технику. Что же мужчины считают лучшим подарком любимой женщине? Лучший подарок всегда – это деньги, потому что может человек купить что угодно на эти деньги. Цветы и мишка какой-нибудь, плюшевый большой. Не знаю, я сертификат беру. Купить подарок не проблема. Главное – определиться, что дарить. Впрочем, мнение большинства представителей сильного пола совпадает. Цветы и настроение хорошее. Самое главное – здоровье, чтобы было еще. Цветы, любовь. Лучший подарок женщины – любовь, признательность, счастье, удача, семья. Ну и цветы. И с весенними праздниками всех женщин наших. А чего ожидают в свой праздник представительницы прекрасной половины? Украшения, манто, автомобиль и путевка на модный курорт? Большинство женщин и девушек мечтают вовсе не об этом. Ну, наверное, живые цветы. Самое главное – внимание. Внимание, наверное, больше. Ну, что еще? Для женщины самый подарок лучше – это внимание и любовь. Только это надо дарить каждый день. Ну и цветы. Для меня больше подарок – цветы. Все-таки это как символ. Цветы – непременный атрибут 8 марта. В данном аспекте мнение большинства мужчин и женщин совпадает. А вот к домашней утвари, кастрюлям, сковородкам и утюгам отношение у девушек не столь однозначно. Ну да, наверное, тоже приятно. Я бы не хотела на 8 марта получить сковородку. Кто, как не муж, лучше знает, что нужно жене. И ответов на вопрос, что подарить любимой, может быть много. Любовь, забота и внимание – подарок универсальный, коему будет рада каждая женщина. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.